Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, почему необходимо посещать грумера со своим питомцем. Грумер не только сделает вашего питомца красивым, основная его задача – это уход за животным, ведь правильный уход – это залог здоровья вашего домашнего любимца. Регулярная стрижка когтей очень важна, ведь иначе вашему питомцу может быть неудобно не только ходить, но и стоять. Конечно, это можно сделать дома, но не у всех это получится. В салоне специалисты подрежут питомцу когти специальными инструментами. Там это пройдет безопасно и безболезненно для вашего любимца. В домашних условиях, чтобы почистить зубы животному, придется столкнуться с множеством сложностей. Профессиональный уход включает в себя чистку зубов. Вашему питомцу удалят зубной налет и камень. Тогда у него не будет проблем с зубами и неприятного запаха изо рта. Также в салоне можно заказать такую услугу, как ультразвуковая чистка зубов собакам. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Со спутанной шерстью и колтунами можно бороться дома с помощью щетки или бритья, но не всегда можно справиться с густым подшерстком, и животное может испытывать неприятные ощущения с неухоженной шерстью. Грумеры моют, сушат и стригут вашего питомца, делая подходящую именно для вашей породы стрижку. Также специалисты осматривают кожу во время процедуры. Чаще всего именно грумеры обнаруживают клещей или блох и предлагают вам решение проблемы. Конечно же, красота – это то, чему грумеры уделяют особое внимание. Профессионально постриженный питомец будет не только здоров, но и привлекателен. Если вы будете регулярно водить своего питомца в салон, то со временем животное перестанет беспокоиться и будет воспринимать это как часть повседневной жизни. Своевременный уход за животным – это залог его счастливой жизни. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте.